Настало время рассказать о трехдневном путешествии на великах с моим другом Алексом Гонзалесом. Как это обычно бывает, сперва рождается идея. И чтобы ее родить, 16 июля Алекс меня повез отметить мой прошедший день рождения какой-то речке-вонючке, поесть мороженого, почилить, так сказать. Там-то и зашел разговор о том, что мы постоянно из-за суеты и бытовухи кидаем много слов на ветер, строим грандиозные планы, и заканчиваются они всегда пустой болтовней. Дальше этого никогда дело не заходит. Например, наша привычка – это встречаться и говорить о том, как было бы круто куда-то поехать с палатками в горы, далеко, в новое неизвестное место. Так и в тот вечер родилась одна из таких идей. Но в этот раз мы решили, что теперь точно поедем. Хоть и каждый раз так говорим. Плюс ко всему, в ту ночь мы поняли, что звезды странным образом сходятся. То есть, мне подарили камеру GoPro 9 на день рождения. У Алекса к тому времени уже была 7-я. Также у нас были велосипеды, палатки, плюс в этот вечер Гонза подарил мне шлем для велосипеда. Курсо де принципианте. Примерус энганча и энганча и эльганчо. Но самое главное – это совпадение отпусков. У меня впервые в жизни был официальный оплачиваемый отпуск с 5 по 26 августа. И примерно в этот же период и у Гонзы. Решили мы ехать 6 числа. Так, после идеи родилось действие. До выезда 2 недели. Мы договорились встретиться у Алекса дома и найти место, куда конкретно ехать, чтобы насладиться ездой на велосипедах, пейзажами, лесами, крутыми путями, маршрутами для маунтинбайк, эндуро, ну, в общем, полные профессионалы. Cuéntame un poco. Pues nada, ya tenemos la ruta que nos va a llevar a la Ribera Salada. Haremos 2 horas y media hasta Sulsona. De ahí a Sulsona en tren. Sí. Luego pillaremos la bici, 1 hora en bici y 50-60 kilómetros. No saldremos viva de esta. 3 días, ¿no? 3 días. Mínimo. 3 días. Vale. Наш выбор пал на город Сульсона. Это 100 километров от Барселоны. Так как рядом с ним Алекс нашел маршрут в 30 с лишним километров по лесам и дорогам, в который входил мост Понт-дель-Клоп. С ледяной водой, из которого можно попрыгать, поплавать в речке и позагорать. Звучало заманчиво. Мне показалось, что 30 с лишним километров – это очень мало. Хотя, поверьте мне, 30 км по горам в Испании – это как 200 по степям в России. Проверено. Решили ехать мы на 3 дня, и я случайным образом севернее от нашего пути натыкаюсь на Сантуари де Лорд. Мои глаза загорелись. Я захотел туда и только туда. И неважно, чего это будет стоить. Все, решено. Пора собираться. Остается неделя до выезда, и тут понеслась. Проверка велосипеда. Что может пригодиться, если то, если другое, 5-е, 10-е. А что если? У меня лысое заднее колесо, передний тормоз не работает. И поехал я в Декатлон. И закупился чем только мог. Не жалел кошелек вообще. Гулять так гулять. Один раз живем и так далее. Передний тормоз, новый ротор, колодки, рога на руль, свет задний передний, бутылка для воды, держатель для бутылки для воды, мультитул, ну типа ключи.
сумки для рамы для ключей, наконец-то взял замок, две запасные камеры, две новые резины для горной местности. А, и велосипед-то, кстати, не мой, а моего друга Димы. Он мне дал его на время, я решил ему его затюнить. Как по мне, так вышло круто просто. Велик взлетел в цене точно. Визуал просто пушка. Мне дико понравилось. Мне кажется, Илья переборщил немножко. Ну и через пару дней в Декатлон поехали с Гонзой. Ему покупать все необходимое для поездки. Готовились знатно. Я рекомендовал ему все подряд, но в меру. И все самое необходимое. Здорово, крутой пацан. Ну его могут так громить. Не мы такие, жизнь такая. Остается один день. Бежим в продуктовый, скупаем все, чтобы выжить в этом испытании. 4 палки колбасы по 2 на брата, так называемый фуэт, кучу тунца в баночках, булку хлеба, орешки, сладости и воды. Я немного ошалел, когда это все собрал вместе, конечно. Взвесил всю эту гору вещей, что мне надо было таскать с собой на спине 3 дня по горам. Я же еще и все оборудование для съемок брал. Там трипод, селфи-палка, жилетка для Гоши. Гоша, это, кстати, в будущем GoPro. Я ее так ласково называю. Кучу креплений. Для этого специально ездил в Медиамаркет. Благодаря всем этим аксессуарам я смог все это отснять. Ну и собрав все это в кучу, я в себя поверил и знал, что смогу. Я же все-таки я русский. Мы из стали. Я же не пальцем деланный. Здорово! Ты здорово! Bueno, pesa un poquito, eh? Ya veremos la subida conmigo a casa. Оборачиваем велики пленкой ночью, кидаем их в фургон к Каликсу и спать по домам. Вставать в 5:30. В итоге оказалось, что мы почти не спали. Оба на эмоциях. Ведь так долго готовили, столько думали, переживали, представляли. Сложно уснуть после такого. Поспали по часа 2-3 каждый и наступило утро. Тот самый момент, когда не важно, сколько ты спал, ты просыпаешься в 5 утра в путешествие и на позитиве все равно. Мы
Мне одно только интересно, почему их до сих пор нету? Время 6:10. Не серьезно, понятно? Горы по колено тем, кто держит шаг. Завтракаем пока что. Очень тяжелый рюкзак. Надо быстрее избавляться от еды. Ура! Ура! ¿Ves? Tengo dos de agua. Tengo 1.5 litros yo de agua. Pues... Bueno, pues nada. Aquí empieza todo. Yo no he dormido nada. Te he reventado ya. Así que... Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada pensando en el rutón. ¿Qué me va a pasar? Давай. Велосипеды в паутине. Es muy pesado, tío, muy pesado, todo el camino igual, tío. Ya vale, tío. Ya vale, se ha quedado sin batería, sin memoria y sin nada. Por grabar, mira, lo que está grabando. ¡Uy! ¡Uy! Mira lo que está grabando. ¡Qué pesado! Hay que ir a ver la pantalla. ¿Qué pantalla, Dima? Hay una pantalla ahí, coño. Vale, apaga. Вали, бро. Я вот тут прямо на станции нашел такое местечко хорошее. Очень хорошее местечко. И сюда куда-нибудь это и запрячем. Погнали. Не свалиться бы только. Ой, супер место вообще, только колючек много. Жестко что-то. А, колючки. Заныкал. Пластмасски эти все. Вон туда. Тряпочки, пластмасски, чтобы на обратке замотать велосипеды, чтобы с собой не катать. Прямо на станции тут. Все, погнали дальше. Собираемся, едем искать, где позавтракать. Время 9 утра. Ready? No me cortar más las bridas, ¿eh? Vale, tranquilo. ¿Por qué pesan o qué? Пойдем покушаем.
all see success in me. Ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. ¿Qué podría ser? Yo que sé, un lomo o algo así. ¿Y huevo frito con patatas y bacon? Bueno, brother, vamos a desayunar. Sí, bueno, qué grande, tío. Demasiado, ¿no? Para desayunar. Ojo. Buen provecho, bro. Buen provecho. Y nos vamos, ¿no? Pa casa. Y ya está. Все, ya все съел. И даже Алекс. Vale, bro. ¿A cómo? Vamos, bro. Venga, aquí empieza todo, ¿no? Tres días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy por allí. Está hecho que no, para que no bebas mucho, creo, ¿eh? Sí, ¿eh? De verdad, que tampoco va bien beber mucho. Vamos, empieza la ruta. Santuario de Lord nos espera. Chopa y éjale. Dale. ¡Какая красота! У-ху! Venga, bro, ponte bien el casco. Ojo, un coche. Un coche, cuidado. Ten cuidado ahí, que no te caigas. Gracias. Merci. Si quieres, ¿sí? Sí, he puesto la mía a grabar este tramo. ¡Vamos! ¡Go! Vale. No, la verdad es que no. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Ey! Me he quedado, ¿eh? Me he quedado porque voy demasiado duro de piñón. Vale, vamos. ¡Go! Más rápido, Dima. Que si no me frenas, tío, y me caigo. ¡Wow! Dima, me está frenando mucho. Dima, no, tío, me dan cabrón. No pares, tío. ¿Te graba? A ver cómo lo bajas, tío. Ah, no tiene nada que ver con la otra. Joder. Y huye, joder. ¡Go, go, go, go! ¡Hostia! ¡Hostia!
Ой! Nosotros estamos aquí, ¿vale? Este va para allá a ningún sitio. Entonces, si tú tiras por esta, vas para acá. Pero si en vez de ir, coges este sendero hacia la izquierda. No me sitúo porque, sí, porque no veo de dónde venimos. Hemos hecho esto. Claro. Ajá. Entonces tenemos que coger aquí. Entonces, lo suyo sería coger este. Izquierda, ¿no? Es a la izquierda. Y luego te meterías por esta carretera. Y otra vez izquierda. Y otra vez izquierda. Carretera. A ver cómo lo subes. A ver cómo lo subes. Tío, tío, te he grabado. Te he grabado. ¡Qué fracaso! ¿Qué ha pasado? No. И вот так вот будет три дня подряд. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Se llama, sé cómo se llama de ruso, Sliva. Esto no es cereza. Eso es Sliva, ¿vale? Pruébalo. Está un poco verde, pero lo pruebo. Bien, verde. Dulce. Pues es uva. Ah, es cereza. Qué bueno es así, diga. Sí, es cereza. Está dulce. ¿Sí? Muchísimo más dulce que la uva. Hostia. Me llevo un par, ¿vale? Qué bonito, tío. No hay agua, ¿eh? ¿Dónde está mi agua? No. Bueno, pues el señor Dimitri ha dicho hasta aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te está pareciendo la ruta? Sí. Sí, la verdad que ahora nos está dando el sol, que de lo lindo. Pero bueno, hay que seguir. Сдох. Уже давно. Куанто тiempo llevamos? ¡Puto gilipollas! Ay. Madre mía, Dima. Vaya subidón. I think I need that conversation. I've been
Это жестко. Судороги в обеих ногах, в обоих квадрицепсах. Язык заплетается. 3 часа едем уже по горам. Жестко в Испании на велике кататься. Эти подъемы испанские, я еле-еле доковылял. Даже не мог выпрямить ноги, меня сразу охватывала судорога. Пришлось немножко подождать, а потом рядом мы нашли краник горной воды. Немножечко отдохнули и полетели дальше. Тогда, дорога. После небольшого перекура, мы еще не знали, что нас ждет впереди. Если бы мне сразу сказали, что до самого вечера будут только подъемы, я бы даже не поехал. Коче. Си, панса ты масалла. Не el coche puede, ¿has escuchado? No sube ni el coche. Hop! Hop! Tira Ford! LV-42-41. Никак не закончится подъем. Километр уже едем вверх. Уже успели отдохнуть на речке. То есть на кранике с холодной водой. Вас bien? No, si vamos así, poco a poco. Tampoco. Claro, la voy haciendo, pero joder. Reventado, tío. No, igual que yo. No. Vamos poco a poco ya. No entiendo cuánta subida, ¿no? Ya ves, demasiado. ¿Qué pasa, tío? Cuando grabes esta ruta, di todo lo que piensas, por favor. Que ningún novato inténtelo. Así salvamos. Por favor, no vas a reír, tío. ¿O cómo? ¿Por qué no? Joder. Así salvas vidas, tío. Квадрицепсах еду, блин. Сейчас еще слазить еле смогу. Ну, вот наш обедик. La comida del mediodía. И ну, пейзаж así, en un sitio así. Sí.
difícil. No, porque así, haga así. Así. Al principio, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Yuhu! ¡Qué pasada! Y luego, ¡yo no puedo más! ¡Dima! ¡No puedo más! ¡Calla! Está que me hacía reír, tío. A mí se me van las fuerzas, tío. Ya, ya, sí, a mí igual. Ya, tío, no paraba. Cuando... Pues, поехали. Ну и после вкусного обеда мы поехали дальше. Оставалось нам еще 20 километров до Сантуари де Лорде. Время было часа 3 дня, и мы немножечко переживали, так как мы не знали, сколько еще подъемов нам предстоит увидеть. Поехали по трассе, поднимались, и резко поняли, что это гиблое дело, что по трассе сложно ездить. Решили вернуться обратно к ресторану и там найти уже путь обычный пеший, который показывался нам по карте. Мы его нашли, но визуально он не отличался от обычного леса почти. Это был путь, который легко потерять и трудно найти. Ну почему так сложно всегда, а? Не может быть все простенько. Мы уже подумываем гибридные велики взять, эти электрические. Когда-нибудь в жизни. Yes. Ну а кава, Эсу? На этом участке пути мы успели с Алексом немного подцапаться, подискутировать, найти виноватых. Вечно виноваты все вокруг, но не мы, как обычно это у нас бывает. Постояли, помолчали и решили идти дальше. Это жестко. Это очень жестко. Ну что, подцепались и поехали дальше. Ух ты! Hay un rocón de la hostia, ¿eh? Ya me he hecho polvo la pierna, otra vez. Putas bridas, se giran. ¿Seguimos? No te escucho. Sí, sí, voy. Venga, va. Tío. Va la bici sola, tío, hay que pedalear.
pensaba que iba a ir. Qué bien se siente una bajada. Es lo mejor para un ciclista. Si esto no estuviera, ¿qué pasa? Una fuente. Abre esto. Joder, está bien. ¿A qué huele, tío? Agua. A ver. Dime si me pasa algo, ¿vale? Sí, lo voy a ver al segundo. La agua te intoxica y a las horas te mata. Igual que la otra. Mírala, huélela si quieres. Yo me llevo la botella entera. Помыться можно сразу. О, как фрия. Как хорошо. Гонза вверху ушел вперед далеко. Я фоткал, останавливался. Охренеть. Охренеть, что здесь. Охренеть. Сколько мы уже поднялись за сегодня. Это жесть просто. Так, нам куда? Нам туда. Солнце уходит. Скоро приедем, девушка. Дороги. Nuestro camino. Vamos. Tú primero. Pero no te vayas muy lento. Siempre te gusta correr. A mí me gusta cuidar la vista. Joder. Вот это адреналин. Жесть. Рядом с обрывом так гонять, вы шо? Вау, que pasada, брутал. Hemos llegado. Тупо по камням, тупо вообще, жесть. Фу. Я так не умею, я так еще никогда не ездил. Брувер, es lo que queríamos. Lo he clavado, tío. Vale, vale, tranquilo, es lo que pasa, por eso te digo, ves tranquilo. Hostia. ¡Sí, lo somos! ¡Yo! ¡Vale! ¡Sigue! ¿Ha pasado por aquí, cabrón? Hostia, sí, cuidado. Es verdad, ¿eh? Thank you.
¡Ima! ¡Uy, casi me caigo otra vez! Vale, vale, tranquilo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo, ojo, ojo! Yo la subía, de hecho. Un poquito así. Hostia puta, tío. Es que es demasiado esto. Sin botón, sin nada, ¿no? ¡Oh, qué bien! Наконец-то! Под конец хоть прокатиться дали немного. Уф! Que queda poco, pues nada, es eso, esa caseta. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué hay? Cuidado, Dima, ¿eso es agua? Sí, porque verlo lo podemos ver mañana por la mañana. Lo que pasa es que no hay más camino aquí, ¿eh? Esto está vallado, ¿eh? Se salta, brother, eso se salta. Lo que pasa es que ¿dónde quieres acampar, tío? En el lago. Al lado. Que haya un poco de árboles. Sí, a saber dónde está el lago. A verlo, si es bajado. A ver qué queda. Voy a ver en el mar. A ver. A sentarme aquí. Hola. Hola. Vale, son bien, si no es el lago. Pero no llegará, tío, el camino no llega al lago, tío. No, campo a través, o si no podemos llegar, ya nos quedamos ahí, tío. Por ahí, acampamos por ahí. Porque arriba no, ¿verdad? Tontería, luego se llenará de gente. Sí, es un mirador, tío, se va la gente. Vale. Oh, tío. Mira la posición, bro. Bro, esto se raya y yo estoy luchando mal, grabo mal. Está grabando desde hace 10 minutos. Ah. ¡Vamos, pana! ¡Panamera! ¡El lago, el lago! ¡Поехали! ¡На озеро доехали! ¡Жестко! ¡Круто! ¿Qué pasa, tío? ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pasada! Como vamos sin GPS ni nada, no vaya a ser que perdamos algo.
добили своего. Отлично, Алекс. Красавчик. Потерял телефон. Телефон? Телефон. Алекс, muy bien. No vuelva a pasar. Qué bonito, tío. No, nos vamos un poco. A pasar. It's too late now. I remember everything. And how careless we could be. Йо-хо-хо! Это мой тормоз крепит. Достал уже за весь день. Задний, не менял. Окей. Seguimos. И по я, ¿no? Детете от 8.58, я? После, сколько там, 10 часов, 11 на велосипеде. Бум. Вечер, конечно. Надеюсь, змей нету или скорпионов. Но мы приехали. Мы приехали. И здесь прямо у самого берега дорога, по которой мы должны были доехать радостные. Как тебе поставить? 5% батарейки. Ну, блин, мало не надо. Доехали за день. Теперь 2 дня останется для того, чтобы вернуться. Pues ya estamos aquí, brother. Vamos a desayunar, perdón. Вот так закончился первый день нашего великого путешествия. Осталось еще 2 дня, о чем я расскажу в следующем выпуске. Buenos días, страна. А горький вкус. Вот мне кида уна. Ahora vamos igual, ¿vale? Ба нам послала этого прекрасного человека, и теперь воду озера можно выливать. She's on the offensive. I do not know my set list. Что, строим дом, собираем мусор, тут жесть вообще. Что происходит? А, в это? Али, бро. А, вали, вали. Can't think when she's aggressive. Yeah. She snuck into my section. Yeah. You think I learned my lesson. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. Vamos! Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep.